Всем привет, ребятки! С вами снова Зайка Вера, и сегодня мы с вами будем лепить Poppy Playtime, третью главу. Мы слепим с вами таких смеющихся, улыбающихся зверушек. Именно сегодня слепим Пигги, поросеночка. Давайте скорее смотреть, что у меня получится. И обязательно поставим большой-большой лайк. А мы начинаем! Пожалуй, мы начнем с головы. Нам понадобится, конечно же, розовый пластилин. Мы вот такую вот деталь сообразим, да? То есть возьмем шарик, хорошенечко надавим и вытянем. Обозначим, где у нас будет лицевая часть. И еще чуть побольше. Тогда надавим именно в этом месте, чтобы сформировать улыбочку. И, собственно, с помощью стека я обозначу границы улыбки. И вот так. И всю вот эту часть, да, которую я ввела, я заполню черным цветом. Вот что в итоге у меня получилось. Теперь мне нужно взять два больших таких сплюснутых черных шарика и обозначить глаза. Так. И еще один. Так, и они у меня получаются большие для данной поделки. Значит, мы возьмем и немножко их уменьшим. И так всегда получается, что-нибудь пойдет не так, как задумал. Так, снова формируем. Ну да, вот теперь то, что надо. Так, вторую возьмем. Поменьше тоже. Так. Чудные глазки. Почти ровно. Затем возьмем белые. Белые тоже у меня получились большие, с учетом для тех глазенок. Ну, ничего страшного, мы это все уменьшим, и таким образом у нас останется больше пластилина. Такая экономная экономия. И еще один. Ну вот. Затем мы возьмем шарик и сделаем поросячий нос. Чуть поменьше. Вот все у меня что-то сегодня надо уменьшать. С помощью стека сделаем ноздри и сделаем его более таким квадратным. Да? Затем возьмем немножко оранжевого и сделаем ему язычок. Так. Теперь время ушей. И нам к ушкам нужно приделать такие специальные вставочки небольшие. Так.
стырка носушки немножко так вот загибается. Так. И теперь, конечно же, самое, мне кажется, сложное — это бровки. Вот они у него такие летающие. Ну, вот не знаю, как у меня получится. Ну, вроде похоже. Так, с головы мы наконец-то закончили. Ведь нам нужно туловище вот такое вот. К нему прикрепить вот такие вот лапушки. И к каждой лапке прикрепить по такому сплюснутому ярко-розовому шарику. Теперь нам остается наши копытца соединить. Наш поросенок будет сидеть. Поэтому нам намного проще сделать данную поделку. Так, одну ручку он тянет. А другая у него идет вниз. И чем примечательны данные персонажи, что у каждого из них есть свой аромат. Например, у этого поросенка это цитрус. Очень они все забавные. Теперь с помощью жгутика мы сделаем ему такую вот веревочку, на которой каждый герой что-нибудь носит. Например, у поросенка это яблоко, которое мы с вами также сделаем. Такие у них как бы кулоны, что ли. Так, затем возьмем немножечко оранжевого. И я опять-таки попытаюсь сделать какое-нибудь симпатичное яблочко. И если у меня, конечно, получится. Опа. Итак, теперь нужно коричневый черенок прикрепить. Такие мелкие детали. И теперь небольшой листочек. Ну вот, ну красота. Затем мы нашу голову прикрепляем. Все очень красиво получается. И последний штришок, это мы берем розовый жгутик и вот такой вот закруткой делаем ему маленькую такую хвостишку. Ну вот, наш герой готов.